Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Жестокие улицы 2». И у нас на кону миссия, потом будет босс, я надеюсь, что последний, хотя видите, здесь есть стрелочка, такое впечатление, что будет все-таки еще район 7, но это мы увидим с вами позже. Так, что у нас тут по ящикам? Пока все хорошо, по талантам надо глянуть. Так, вампир. Ну, что же я могу сказать, что... Только шмотки нужны, и, в принципе, он уже готов у нас выступать. Ну, а пока я пойду своей старой командой. Хилка, стрелок, бой, ну и, конечно же, узник заключенный. Так, ладно, ребята, поехали. Штаб-квартира Черной Жемчужины. Вот так. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут будет. Оу, ничего себе, это кто такой? Это кто такой? Фига, ребята, смотрите, у него, по-моему, механические руки. Так, ладно, не будем отвлекаться, надо разбираться здесь. И это, я так понимаю, последний босс. Сразу, наверное, у меня не получится его пройти, потому что, как всегда, надо начали... Тихо, подожди, увлекся. Фух, нормально. Черт, чуть было не подбили мне этого моего узника. Но он стоит, смотрите, почему-то ничего не делает. Очень странно. Он вроде бы как и босс, и в то же время не босс. Так, что такое? Давай, это где? И хиль обязательно мне. Да что ж такое, ты посмотри. Вот, наконец он двинулся. Так, хилка, давай лечи его. Что-то я аж бедный растерялся, увидел этого босса и потерялся. Даже не знаю, за что схватиться. Конечно же, нужно вот этих всех чудиков хватать, уничтожать обязательно. И куда на хилку на мою лезешь, а? Почему у меня у заключенного очень мало здоровья? Постоянно оно тратится. В чем проблема, я не могу понять. Давай-ка попробуем вот так вот сделать. Бой. Запускай свои молнии. Да, я думаю, что это будет самое то. Так, заключенный, давай-ка мы сделаем, наверное, неуязвимость на тебя. Вот, и будешь ты у меня бомбить. Так, бой, отойди. Отойди ты, что он там постоянно делает? Он что-то... Ах, вот он что, он каким-то лазером бьет. Босяра-то это. Вроде бы как сидит, ничего не делает, и в то же время обстрел ведет. Вот так вот. Хорошо, давайте тогда сейчас амбала. Так, отходим. Да что ж такое, мне приходится контролировать и там, и тут, и сям. Так, ну-ка, давай, наверное, мы вот так вот сделаем. Поганые ниндзи достанут просто нас в корень. Так, ты заключенный, главное там у меня держись, будь молодцом. Так, боя хочет бомба, но он все-таки его оглушил. Оглушил боя, бой, уйди оттуда, говорю. Да чтоб тебя, блин, ты посмотри, а. Глушит и все на раз, как говорится. Стрелок этот тут никчемный, он бесит. Давай-ка мы сделаем неуязвимость и вертушку запустим. Мне нужно отхилиться в любом случае, побыстрее желательно. Так, отходим. Все, отлично. Вроде бы повезло. Ах ты! На узника, ребята, на узника поставили эти сетки. Набросили. Так, кто у нас там мешается? Я даже не могу понять, кого в первую очередь нужно нам применять все эти скиллы, все удары. Воу, тут машины, все. Все дела. Да охренеть какой... Ожесточенный на нас идет напор, ребят. Хилка! Хилка, нет, не падай, родная, стой на месте. А ты пошел отсюда, мешаешься только. Так, отойди. Да отойди ты, стрелок, ё-моё. Давай вот так расстреливаем. Ага, он сразу всех в ряд бомбит. Вот он в чем суть. Отходим, говорю. Фух, ожесточенно.
Конечно, ребята, очень, я даже не знаю, как говорится, слова излишние. Полная концентрация, полная, ребят. Ой, отойди. Не успел, походу, делать. Глушит он просто на ура. Так, давай-ка мы его так, наверное, откинем. Этого амбала нам нужно в любом случае завалить. Подхилимся сразу же. Я так понимаю, что это, ребят, наверное, будет все-таки у нас последний босс. Только вот кто он такой? И что он из себя представляет? Если он тут-то, сидя на месте, бомбит. Практически ничего не делает, но бомбит нехило. Давай лучом прижарим. Так, что у нас еще есть выстрел? Хорошо, применим сейчас выстрел. И мне нужна обязательно вертушка, ребята. Копится, копится, копится. И погнали. Что у нас там с хилом? Хил нормуль. Да что такое? Он не дает даже, ребята, мне вдвинуться. Просто смотрите, они все у меня в оглушении стоят. Постоянно причем. Идите отсюда, нахуй, достали. Ну, все, хорошо, отлично здесь вышло. Так, стрелок, отойди. Блин, он не успевает отойти, просто-напросто. Так, хилка, отойди. И хилка не успевает. Ну ты говнюк, а. Босс просто не дает нам передышки даже. Следующая волна, да? Мне иногда кажется, что здесь нужно постоянно двигаться, чтобы не попадать под эти лучи, и желательно, чтобы они все стояли в разных местах. Нельзя кучковаться. Так, ниндзя. Так, машина. Ай, чуть-чуть не сбила моих персонажей. Ну что ты там, заключенный, ты будешь уже этого амбала там разносить или нет? Ты так и будешь дурковать. Бой, выпускаем молнию. Так, хилка, на тебя поставим защиту, мало ли там чего. Будешь в ступоре, а на тебя пойдет он. Обалдуй. Так. Попался. Ага. Ну что, осталась хилочка здесь. Черт, готово. Ах ты, следующая волна, ребят. Я думал, больше не будет. Ага, не будет. Еще только все, по ходу дела, начинается. Да стрелок, ну уйди ты, ну. Бомбят и бомбят, бомбят и бомбят. Просто без остановки. Как очумелые. Так, тут еще робот у нас пришел, да? Явился, блин, не заклылился. Давай вот в этих строчи. Так, массовая стрельба пошла. Пошла, 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 пошла. Бой, отойди. Так, погоди-ка, что у меня за... Эй! Узник, ё-моё. Там хороший, завязывай дурковать-то. Так, молнию выпускаем. Собака, смотри, что робот делает. Взрывается на моих чувачках прямо, а? Так, валим. Так, хилки готовы. Остался лишь амбал. Так, бой, возьми свою пушку. Вон там лежит она. Бесхозно почему-то. Так, давай его в помойную тюрьму. И уже, наверное, чувствую... Блин, роботы идут. Хотел сказать, что чувствую, что уже скоро развязка. Но, по-моему, ей даже здесь и не пахнет. Хе-хе. Делаем провокацию, короче, на себя. Бой, давай, луч применяй. Стрелок сейчас будет у меня стрелять. Так, делаем провокацию. Точнее, неуязвимость. Делаем отхил. И, пожалуй, вот сюда мы... Нет, вот сюда перейдем. И делаем вертушку, ребята, да. Блин, он сбивает вертушку. Вот в чем дело, ребят. Когда стреляет, все, узник сразу же в ступор становится. Так, молнии погнали. Сразу вызовем капсулы. Зачем я вызвал этот луч? Вот я тупанул, а. Он сейчас вообще здесь не нужен был. Так, ты достал уже амбал, а. Так, робот тоже уже, честно говоря, поддостал нас всех. Фух. Я не успеваю, ребят, не успеваю, практически контролирует. Все надо.
Эй-эй-эй-эй, узник, 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 подожди, родной. Так, ты у меня отснималась, да, отснималась. Все. Да, ребят, тут рангом S и не пахнет. Дай бог, А получим, ну да. 156 долларов, редкий костюмчик. Ну и штаб-квартира черной жемчужины 2. Ух, я даже не знаю, ребят. Но смотреть-то в любом случае надо. Так, а у нас, кстати, ежедневное задание есть какое-нибудь, а? Есть. У нас Роджер. Опять же этот электрический. Может быть, пройти? Мы получим с вами сундук. А зачем нам уже монеты? За монеты мы здесь уже... Нет, можем, конечно, купить ячейку, но это 800 надо. Дуреть, сколько придется нам копить. Ладно, Роджер на станции. Пока не будем это делать. А пойдем, наверное, сразу глянем, что у нас там за босс. Поехали. Ага, неужели ты будешь? Опа, опа, опа. Кто ты такой? Golden Hunt. Чё? Чё себе, там чё? Что он такое делает? Ядрёно боже, посмотри. Ну-ка, давай попробуем, что он из себя представляет. Что-то мне не нравится, больно как-то все легко идет. А ну-ка, давай его оглушим. Так, заключенный, давай, бомби. Что-то он собирается делать, ребята. Что это такое? Что это вообще сейчас было? Да заключенный, ё-моё! Он машет какой-то там дубиной, кувалдой. Ясно, все, я понял. Так, постоянно нужно контрить, ребята, все это дело. Если он за чем-то привязался, то по ходу дела до конца. Пошел ты, а. Ну-ну-ну-ну-ну, что у нас из этого получится? Он в оглушении в данный момент. Так, хил пока я не думаю, что надо нам применять. А вот массовую стрельбу, пожалуй, да. Так, мы его куда-то там к стенке прижучили. Отходим. Че там, ракеты летят, что ли, да? Оу, щет! Ты достал уже в самом деле-то. Кто же ты такой? Как тебя величать-то, блин, олух? Давай попробуем откинуть. Ну где моя вертушка, ё-моё? Давай-давай-давай-давай, копись, копись, копись. Есть. Понеслась, родная. Давай-ка вот так еще прижучим. И выстрелом. И лучом. До кучи. Что там он ржет? Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Так, не нравится мне вот это вот его ну, вспышки, всплески. Не надо хилку тут только трогать. Не, эй. Да ты отойди, ты, ё-моё. Вот теперь можешь подходить к нему. Надо только лишь неуязвимость надевать вовремя. И тогда все будет хорошо. Так, вертушка пошла. Вызовем капсулы. Я не знаю, стоит откидывать его сейчас. По-моему, не стоит, ребят. Подхилимся на всякий случай. Вот так вот сделаем. И... давай стрельбу. Главное контролировать мне моего узника. Ну-ка, собьем, нет? Пофиг, ребята, было. Пофиг абсолютно. Обязательно резаем. Фу, промахнулся, гад. Что же он там делает, а? Смотри, я даже не знаю, что от него тут вообще можно ожидать. Эй, хорош, хорош. В бой это...
Нифига он залп дал, и бой готов был. Чмошник, чмошник ты этакий, а? Ты достал уже. Давай вертушку. Ну, все или не все? Да ладно, я не поверю. Я не поверю в то, что это все. Странно как-то. Слушайте, я, честно говоря, думал, что это будет все намного мощнее и сильнее. Спасибо тебе, игрок. Нет, не может быть, чтобы я прошел игру. Че, без какого-либо... Вы пришли в новый район. Особняк Черной Жемчужины открыт. Уровень сложно этого квартала. Фу, меня аж напугали, ребят. Я уже думал, всю игру прошел. Думал, зачем я открывал вампира, магику мою, которым даже не воспользовался. Все, все отлично, ребята. У нас открылся с вами 7-й район. Это замок вампиров. Трудность нормальная. Ну, а здесь, как вы понимаете, все мне придется проходить на ранг S. В любом случае. И, кстати, я вам скажу, что вот этот вот босс, который был, я так и не понял, как его величать. Точнее, там было написано, но я не успел. Я любовался его образом. Вот. Все, что у нас, где буковки Б, А, там, надо будет проходить на ранг S, потому что я уже даже ад прохожу, стараюсь на S-ку. Ну что же, давайте, наверное, тогда посмотрим новую локацию, вот эту вот, замок вампиров. Начинаем мы снизу. Вот у него будет особнячок здесь. Так, нам надо... Слушайте, а смотрите, сама вот эта вот суть. Если здесь есть вампир, точнее, вот замок, да, и вон и особняк, то, по идее, и миссия про эту чародейку тоже должна быть, как бы история, откуда она взялась. Если мы идем к вампиру сейчас, то и хотелось бы про магичку увидеть тоже продолжение. Так что, если разработчики смотрят, пускай это как бы возьмут на заметочку. Ну что же, первая миссия у нас — «Темный лес». Поехали. Вау. Оу-оу-оу-оу. О, прикольно. Это же та девчонка, которую мы с вами освобождали. Только не говори, что сейчас опять ее похитят. Скорее всего, так и будет, ребят. Точно. Только освободи. На тебе. Ну да, боксер, опять мы с тобой... Так, записочку нашли. Порвали ее в хлам и в гневе. Ну что же, наша команда опять в строю. Опять будем выручать девицу из плена. На этот раз уже вампира. Куда ты идешь, а? За моей хилочкой любимой. А ну-ка, давай-ка, стрелок. Покажи им, почем фунт лиха. Так, нормуль, разбираются. Причем довольно хорошо. Слушайте, а было бы прикольно, если бы, например, да, вот мы идем в особняк вампира. Не обычные вот эти вот бандиты по стандарту, а какие-нибудь зомби, там, урдалаки. А почему бы нет? Было бы довольно прикольно, я думаю. Многим бы зашло и понравилось бы. Так, хорошо, отлично. Так, давай возьмем... Нет, мы с тобой возьмем лучше пушку, а ты вот возьмешь броник. Так, вертуха пошла. Эй, отойдите, отойдите. Не успевают эти машины, как из-под тишка лезут. Давай-ка провокацию возьмем и, наверное, вот сюда прыгнем. Чтобы он тут не расслаблялся. Ну, давай уже падай там. Ну, кто следующий? Идет, идет партизан. Опять идет на мою хилку. Да вы достали уже ее трогать, а? Ну-ка, массовый выстрел. Так, бой, отойди, там кто-то сзади у тебя стоит за спиной. А, там была хилка. Нет, луч этот применять мы не будем. А вот так вот сделаем. Ну, стрелок, ё-моё, ну что, ты не можешь уже добить? Давай тогда помогу тебе. Вот так вот. Давай, давай, давай. Все, готов. Ах, ламон. Во, во, родные амбалы. Вот это я понимаю, я уж соскучился по ним. Делаем. Зачем я сейчас поставил неуязвимость? Кто мне скажет? Ой, дурила.
Ага, вот еще амбальчик пожаловал. Так, его мы, наверное, ребята, оглушим. И сделаем ливень из пуль. Так, амбал, ты у меня там нормально сидишь? Ой, амбал. Амбал. Амбал себя нормально чувствует. Я хотел сказать, узник. Давай делать провокацию. Защиту на него поставим. Запустим еще молнию отбоя. И луч. Вот так вот. И сейчас у нас еще вертушечка подойдет. Ну, вначале мы вот так собьем с ног. Сделаем небольшой подхил. И как раз вертушка уже будет на готове. Поехали. Так, стрелок, пора тебе немножко подключиться. Готов. Стрелки, да, значит, тут выделываются. Так, бой. Ну-ка, давай вот этого вот в помойную тюрьму. Плюс вызовем капсулы. Сделаем неуязвимость себе. И поставим на всякий случай защиту. Так, вот тот меня нервирует. А узник этим займется. Ну что, разобрались, теперь хилка. Все, хилку подбили, ребят. Но еще не все. Два амбала. Два амбала идут. Давайте тоже их глушить. Так, блин, не успел хилку убрать. Так, подожди. Ты не то немножко делаешь. Ты немножечко не то. Давай вот сюда встаем и крутимся. Также выпускаем молнию. И давай, наверное, вот сюда переместимся. Сейчас будем их лучом их жарить всех. Да, самое то, что нужно. При этом включаем неуязвимость, чтобы ненароком там не зашибили. Так, один что-то там отлетел куда-то. А, все, понял. Узник начинает сбивать их с ног. А мы тогда капсулу включим. Ну-ну-ну, добьем. Да, должны добить. Пошел ты отсюда, мешаешься только. Хильнемся. Так, стрелок, у тебя чем есть? А, все. А, добили их. Ну, тут ранг С, естественно, ребят. Так, отлично. Торопливый злой медведь. Сундук с наличкой М. Ну что ж, дорогие друзья, давайте, наверное, мы с вами на этой ноте будем завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим проходить эту замечательную и увлекательную игру. Так что всем пока, всем удачи и до новых, ребята, встреч.